Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Михаил Ефремов, убивший в аварии человека, заявил, что откупаться не собирается, готов покорно принять любое решение суда. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, учитывая отягощающие обстоятельства, актер был пьян и под воздействием наркотиков. Что ждет заслуженного артиста в тюрьме или исправительно-трудовом лагере? Об этом он может узнать из воспоминаний и интервью своих здравствующих и уже покойных коллег, которые побывали в местах не столь отдаленных. Михаил Танич по политической статье почти 6 лет валил лес на севере. При этом он всегда подчеркивал: «Считаю, что в лагерях за решеткой в большинстве сидят люди, случайно преступившие закон. Не думаю, что кто-то специально хочет убивать». Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!